для нашего вкусного перекуса начинку можно менять любую на ваш вкус. В данный момент у меня есть салат, есть сыр, есть куриная грудинка, есть две помидорки, есть вот такой вот интересный хлебец. Можете взять любой простой батон. Понадобится еще кетчуп и майонез, сделан китченес, а также соль и черный перец. Все, больше здесь ничего не нужно. Начинаем готовить. Разрезаем наш багет пополам. Сковородку гриль отправляем на плиту. Смазываем оливковым маслом. Все, отправляем в первую очередь. Поджарим наш хлеб. Пока жарится наш хлеб, разберемся с грудинкой. Отделяем маленькую филе в сторону. Теперь разрезаем на две части куриную грудинку вдоль. Обратной частью ножа нам нужно отбить немного грудинку. Присолим. И хорошенечко приперчим. Также смазываем. И отправляем нашу куриную грудинку. С каждой стороны обжариваем примерно по 2-2,5 минуты. Наш багет получился очень хрустящим, что и нужно. Теперь мы берем наш майонез и кетчуп и просто смешиваем. Сверху отправляем листья салата. Нашу куриную грудинку, сыр, помидорка, и сверху наш хлеб. Прижимаем. На самом деле получился очень смачный перекус и очень сытный. Такой одной булкой можно накормить сразу троих. Ну что, ребят, кому понравилось, конечно же, пальчик вверх, а также подписываемся на канал. Кто не подписался, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока!